Огромный каток вместо свалки в центре города. Площадку для катания собираются оборудовать под открытым небом на улице Бударина. Территорию нужно привести в порядок, вывести строительный мусор, выровнять грунт. Только на это потребуется более 500 000 рублей. Организаторы ищут волонтеров и меценатов среди бизнесменов и уверяют, что не преследуют коммерческих целей, но вход для желающих покататься все-таки будет платным – 100 рублей. Это необходимо, чтобы поддерживать лед в хорошем состоянии.